Вот такой бархатный сезон. Люди разъехались. Дожди, непогода. Целую неделю вот такая погода. Ветра, дождик льет. Только перестанет опять. Прям грустновато стало. Бабье лето. Да, не зря говорят, какие бабы такое лето. Так прям захотелось солнышко. Сижу и собираю бусы. И так про себя их называю все оттенки меда. Вот сейчас соберу, вам покажу. Ну, вот так всегда. У нас выключили свет, и я сидела, ковырялась, бусы собирала. И проворонила все. Обочка, ты идешь, мой дорогой. Ты мой хороший. Господи, собрались. Вот. Дали свет. Томы, милый. Дали свет. Я включаю интернет. А там уже Дима мне пишет, что 500 подписчиков. Ну, что я вам хочу сказать. Я очень рада. И не ожидала я, что я вообще-то наберу 500 подписчиков. Я уже где-то говорила, что ну, у меня такой контент, собственно говоря, бабушкины разговоры, какие-то ковыряния тут. Надо же, 500 подписчиков. Ой, мои дорогие, спасибо вам. Спасибо вам, что вы подписываетесь, смотрите, верите в меня. Я вам очень благодарна. Вы своими комментариями прям вот к жизни возвращаете. Очень часто. Прям как-то такое прям чувство. Ну, что вот это? Что вот это? Все повалили. Что ты такой недовольный? Кабася. Отвлекают меня. В общем, еще раз вам спасибо большое. Вы мои дорогие. Я говорю, вот пишут девочки из Калифорнии. Ой, да откуда только не пишут. А какие мужчины добрые, отзывчивые. Нет, я всегда, конечно, знала, что хороших людей больше. Но просто с таким количеством хороших людей практически одновременно я, конечно, не общалась. И я прям вот не устаю повторять. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Дай вам Бог всем здоровья, счастья. Ой, чтобы детки, внуки не болели. Чтобы все было у вас в жизни хорошо. Спасибо вам, мои дорогие. Вот сейчас опять разревусь. Господи, какая я стала сентиментальная с возрастом. Это ужас какой-то. Спасибо, я вас очень люблю. Вся растрогалась. Димка, племянник мой, написал, что надо разыграть что-то в честь такой знаменательной даты. Разыграем. Сейчас я подумаю. Я думаю, наверное, вот что бусы я сегодня собирала. Прям в этот день, в этот момент, когда 500-й подписчик появился, наверное, я их и разыграю. Мужчины, участвуйте. Пожалуйста, подарите своим половинкам, не знаю, дочкам, подругам. Ой, еще раз спасибо вам огромное. Вас у меня 500. Ура! Ну, а люди, которые смотрят,
случайно, может быть, зашли на мой канал. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрышах. Может быть, вам будет интересно посмотреть то, что я снимаю, как я живу. Будем общаться, дружить. И всем огромное спасибо. Пока-пока, мои дорогие. Здравствуйте, мои дорогие. Вчера прям был праздник у меня. 500 подписчиков. Это какая-то непостижимая для меня цифра. Никак я не ожидала, что будет такое количество подписчиков. Я, правда, не люблю это слово ужасно. Ну, так называют, ладно. Вот. И Дима мне подсказал такую идею, что надо что-то разыграть в честь такого события. Вот. А так как я вчера собирала бусы, я решила их и разыграть. Бусы эти я давно хотела собрать. И на мысль на эту меня навело... Посетила я ярмарку меда в Евпатории еще в прошлом году. И обалдела просто. Коты, не мешайте. Вот, и просто обалдела от такого количества цветов. Я никогда не видела, чтобы мед был от белого цвета практически и до темно-коричневого. Вот. И вот собрала я бусы такие. Вот здесь, как мне вам показать, вот так вот, наверное. Здесь и прессованный янтарь, и агаты, и авантюрин, и тигровый глаз. В общем, микс камней такой получился. Вот, так что вот этот вот, вот эти бусы разыграем. Условия участия под видео будут. Так что, мои дорогие, мои дорогие, я вас очень люблю.